В истории человеческой культуры особое место занимает эпоха, получившая название «Ренессанс» или «Возрождение». Его родиной была Италия, колыбель величайших гениев эпохи, своим творчеством изменивших ход истории. Итальянский Ренессанс оказал влияние на развитие культуры северных соседей – Нидерландов, Германии, Франции и Англии. Здесь он появился позже, спустя почти столетие, и со временем получил весьма условное название «Северное Возрождение». Расцвет живописи в этих странах начинается с середины 15 века. Большую роль в этом процессе сыграли художники Нидерландов и Германии. Искусство того периода полно противоречий. С одной стороны, художники продолжают средневековую религиозную готическую традицию и создают экспрессивные, эмоционально взвинченные, заостренные образы. А с другой стороны, они впитывают дух итальянского Ренессанса, и человек постепенно занимает центральное место в картине мира. Основными темами живописи в северных странах долгое время оставались библейская и христианская история. Оформление церковных створчатых складных алтарей стало самым востребованным видом работ. Алтари состояли из нескольких частей – центрального панно или ящика со скульптурой внутри и боковых подвижных створок, которые расписывались с обеих сторон. В будние дни они были сложены, и прихожане видели их обычную сторону, часто с изображениями грехопадения или благовещения. В праздники створки раскрывались и вместе с центральной композицией создавали яркое зрелище. Иногда такие алтари состояли из множества створок, достигавших 5 метров в развернутом состоянии. Шедевром нидерландской живописи считается Гентский алтарь. Это грандиозное творение состоит из 24 картин. Работу над ним начал Губерт ван Эйк, но основная часть алтаря была написана его братом, Яном. Большую часть времени створки алтаря были закрыты. Изо дня в день прихожане видели будничные изображения сцены Благовещения. Сверху на Архангела Гавриила и Деву Марию взирают пророки и пророчицы. В самом низу изображены молящиеся пред фигурами святых супруги Вейты. В торжественные дни створки открывались, и алтарь увеличивался почти вдвое. Ошеломленные прихожане становились соучастниками праздничного действа – поклонения Агнцу. Раскрытый Гентский алтарь являл миру многочисленных праведников, древних философов, святых, апостолов, представителей знати и верховных пастырей. Над этим собранием Церкви земной царственно восседает Церковь небесная во главе с Иисусом, Девой Марией и Иоанном Крестителем. Соном ангелов исполняет радостные гимны, а по краям фигуры прародителей – Адама и Евы. Творчество нидерландских художников земной и небесные миры сходятся вместе. Причем не земной мир стремится к величию небесного, а небесный снисходит к земному, уютно располагаясь в городских интерьерах и живописных пейзажах. Так, например, на картине ван Эйка «Мадонна канцлера Ролена» перед нами предстает Богоматерь с младенцем Христом и заказчиком этого полотна в обстановке его богатого дома. Фигура канцлера не уступает божественной гости ни в размере, ни в занимаемом месте на картине, ни в роскоши одеяний. Изображение лица Ролена поражает реализмом. Образ Мадонны значительно отличается от созданного итальянцами эталона. Здесь воплощается идеал женской красоты северных стран. Богородица круглолица, ее кожа очень светла, волнистые рыжие волосы распущены по плечам. Глаза целомудренно опущены вниз, и мы почти не различаем белесых ресниц и бровей. Ян ван Эйк любуется каждой деталью. Он тщательно выписывает малейшие элементы интерьера комнаты, но особенно его увлекает пейзаж на заднем плане картины. Взору зрителя предстает убегающая вдаль река с мостом, соединяющим земной мир заказчика с миром небесным. Детально выписаны дома, замки, церкви и зеленые холмы, уводящие взгляд за горизонт. Одни художники в своих религиозных картинах пытались показать красоту Царства Божьего. Другие предостерегали зрителей от соблазна греха, изображая ужасы преисподней. Пожалуй, самым изобретательным введением загробного мира был нидерландец Иероним Босх, которого называли почетным профессором кошмаров. Фантазия мастера в избытке рождает ужасы, которые ожидают грешников. Художник видит человека как сосуд грехов, сборище всевозможных пороков, ведущих к страшным мукам в аду. На многих картинах Босха мы видим ужасающую пыточную камеру, где с чудовищной фантазией он придумывает множество видов самых невероятных терзаний. В
период Средневековья в странах Европы живопись развивалась в основном как искусство книжной миниатюры. Ее отличала особая проработка мельчайших деталей изображения. Живописи Северного Возрождения характерна такая же удивительная детальность в описании мира. Художники с большой тщательностью и вниманием передают мельчайшие элементы быта, интерьеров и пейзажей, окружающих героев картин. Такая любовь к деталям была связана еще и со становлением нового религиозного мировоззрения. Его главная мысль – Бог пребывает во всех вещах, даже в очень простых и повседневных. Соприкосновение с ними, внимание к ним – это приближение к Богу во всей его полноте. Поэтому изображенные предметы могут трактоваться в духе христианской символики. Например, кувшин с водой и рукомойник около Девы Марии говорят о чистоте и непорочности. Яблоки и апельсины – запретный плод и грехопадение. Собачка или домашние туфли – символ верности. Замок на вершине горы – Дом Божий, Царствие Небесное. Подобное качество живописи было бы невозможно без важнейшего открытия, сделанного в Нидерландах. Мастера Северного Возрождения подарили изобразительному искусству масляные краски. Новые технологии позволили достичь более высокого уровня в правдоподобности передачи фактуры и материалов, яркости и невероятного звучания света и цвета. Теперь художники с небывалой достоверностью выписывают мерцание ткани, расшитых золотыми нитями, и великолепие ценного меха. Тяжелые складки бархатных занавесов, блеск драгоценных камней и металлов – все поражает фотографической точностью и реализмом. По мнению художников Ренессанса, созданный Богом красочный мир предназначен человеку. Именно поэтому ведущим жанром живописи становится светский портрет. Мастера Северного Возрождения создают заостренно-реалистичный образ своего современника, без малейшей попытки идеализации, уделяя внимание мельчайшим особенностям лиц, передавая их предельно детально и точно. Одним из самых выдающихся мастеров этого жанра можно назвать Ганса Гальбейна-младшего. Его работы поражают фотографической точностью передачи мельчайших деталей облика, одежды, украшений, предметов быта. Иллюзия реальности была настолько сильна, что первые зрители картин трогали их руками. Большую часть жизни художник провел в Англии, где занимал должность живописца при дворе короля Генриха VIII. Имея большой общественный вес, он мог писать самых выдающихся и знаменитых людей своей эпохи, среди которых великие философы и гуманисты Томас Мор и Эразм Роттердамский. Важным для развития изобразительного искусства стало изобретение печатного станка. В Северной Европе большое распространение получает гравюра. Благодаря большим тиражам она приобрела популярность как среди художников, так и среди народа. Выдающимся мастером гравюры стал немецкий живописец Альбрехт Дюрер. Его мастерство владения штрихом в этих черно-белых композициях поистине виртуозно. Художник с легкостью передает объемы, своеобразие лиц, детали интерьеров, фактуру предметов и одежды и даже рефлексы света. За свою творческую жизнь Дюрер создал немало ксилографий и афортов, как отдельных листов, так и целых серий. Наибольшую популярность ему принесла серия «Апокалипсис», состоящая из 15 гравюр, и особенно лист с четырьмя всадниками – Мором, Войной, Голодом и Смертью. В этом черно-белом рисунке с потрясающей экспрессией передана фатальная неотвратимость. И несмотря на близость Дюрера к итальянскому Ренессансу, здесь очевидно продолжение готической и средневековой традиции с ее заостренно-трагическим мироощущением. Церковная догматика стран Северной Европы не позволила сложиться такому же научному подходу к живописи, как в Италии. Отсюда частое искажение, неверная передача пропорций человеческого тела. Особенно это заметно в изображениях обнаженной натуры. Единственным доступным сюжетом было грехопадение Адама и Евы. Живописцы пытались добиться реализма, но зритель должен был понять, глядя на прародителей, насколько несовершенен человек во грехе. Немецкий художник Лукас Кранах-старший первым обратился к чуждой северу теме античной мифологии. Более того, в рамках этой темы он отважился изобразить обнаженное женское тело в светском ключе. Его излюбленным образом стала Венера. Богиня любви и красоты, изображенная Кранахом, готически скована и преувеличенно рафинирована. Ему не удается избежать чисто немецкого средневекового отношения к героине античной мифологии. Слишком удлиненные пропорции лишают фигуру жизненной достоверности, а излишне покатые плечи и сутулая осанка сообщают телу болезненную изнеженность.
При этом она не лишена кокетливости и жеманства, чересчур не лишена. Своеобразным в творчестве мастеров Северного Возрождения было и изображение перспективы. Она была не точно высчитанная геометрическая, а приблизительная, интуитивная. Это заметно в расположении вещей, в неумении точно изобразить их в правильном ракурсе. Для создания иллюзий далекого пространства художники открывают зрителю пейзаж с некой высокой точки обзора. Перспектива выстраивается за счет создания нескольких планов, следующих друг за другом, тающих в легкой дымке. Внимание к окружающему миру приводит к тому, что пейзаж и бытовая картина становятся самодостаточными жанрами. Именно созданием картин с такой тематикой прославился нидерландский художник Питер Брейгель-старший. Добрый житейский юмор присутствует в его творчестве. Тут оживают характерные типажи, сельский быт и даже народная мудрость, заключенная в поговорках. Его картины учат, наставляют, смеются над недостатками и пороками. По мнению Брейгеля, в мире есть гармония и неброская красота, которую нужно просто заметить. И он с любовью воссоздает это созвучие человека и природы в своем знаменитом цикле картин «Времена года», самая прославленная из которых «Охотники на снегу». Они словно иллюстрируют высказывание философа Эразма Роттердамского. «Бог способен явить любое чудо в нарушение законов природы, но ежедневно творит чудеса намного большие. Эти чудеса в естественном ходе вещей, то есть в самих законах природы, которые нам привычны, и потому мы не замечаем их чудесности». В истории изобразительного искусства нет другого примера живописи, где идеи божественного замысла так легко совмещались бы с житейской повседневностью. Именно поэтому творчество художников Северного Возрождения оказалось поразительно целостным, ярким и самобытным явлением.